Здравствуйте всем, я из Украины, из Одессы, друзья. Я хотел поговорить о такой теме, друзья, по поводу же, как же Бог и сатана, друзья, всегда рядом. И о чем же, друзья, будет идти речь. Друзья, понимаю такую вещь, что Бог создал вселенную, да, и все там четко, все как бы на месте, да. Но друзья, понимаю то, что сатана, он всегда, друзья, как рыкающий лев, постоянно за всеми, друзья, охотится, постоянно ему что-то, друзья, где-то в чем-то ему что-то не нравится, и он начинает, как говорится, действовать. Свои, знаете, свои штучечки, прибауточки начинают там, друзья, творить. И, ну, к сожалению, является все там не совсем для нас хорошо, да, друзья. И нужно понимать, что для того, чтобы постоянно, друзья, чтобы мы были счастливы и радостны и благодатны, нам для этого что нужно делать? Всегда бороться, друзья, против. Ну, против этого, друзья, сатаны. Почему? Потому что он, друзья, всегда будет нас атаковать. Тоже, друзья, грехами, друзья, всякими моментами. И все, друзья, говорить, что есть что угодно важнее в мире, да, во времени, просто время, если что угодно, кроме на Бога, там, на служение Богу, да. Ну и вообще, да, друзья, то есть, говорить, друзья, говорится, как называется, знаете, говорить спасибо Богу, да. То есть, о чем, друзья, говорит? О том, что действительно, ну, она будет постоянно работать, постоянно атаковать нас, друзья, это говорит о том, что, ну, не есть хорошо, да, ни для кого из нас. Поэтому, друзья, нужно что понимать? Что если мы хотим, опять же, быть счастливы, радостны, да, друзья, благодатны, нам нужно постоянно именно, ну, бать, вот, и исполнять Слово Божье. То есть постоянно питаться, друзья, Словом Божьим, проповедями, друзьями, да, друзья, постоянно проповедь смотреть, читать Слово Божье, друзья. И таким образом мы тогда именно сможем, друзья, да, четко взять, друзья, и именно вечность отправиться куда? Именно в рай, друзья. Почему? Потому что мы исполняем четко, друзья, Слово Божье. И таким образом мы можем побеждать, друзья, сатану, и он не имеет, друзья, над нами никакой тогда власти. Тогда, друзья, окей, будет все с нами прекрасно и благодатно. Аминь.